Привет! Надеюсь, Вася хорошо. Сегодня я на ужин попробую приготовить картофельный пирог с фаршем из говядины. Будет такой слоями он, ну, типа лазаньи, только из картошки. Посмотрим, как получится. Будет такой у меня эксперимент. Для этого нам понадобится картофель, говяжий фарш, лук, морковь, 2 зубчика чеснока. Также я взяла типа крем, фреш и томатная паста. Ну и всякие там приправы, плюс масло растительное или оливковое. Так, для начала мы отварим картофель, чтобы сделать пюре. Пока у нас пюре отваривается, картошка это пюре, мы нарежем лук. Разогретую сковороду вливаем масло оливкового, всыпаем лук, пусть поджарится. Также сейчас я натру морковь. Чеснок добавим сюда. И вот это все добавляем к луку. Лук обжарится, чтобы был мягким. Тогда мы добавим мясо, фарш. Лук уже у нас поджарился, теперь мы добавляем сюда фарш. Нужно подсолить его, приперчить. Я его подсолю чуть-чуть и добавлю перца. Черный молотый, но я еще добавлю чуть-чуть красного перца для остроты. Совсем немного. Сейчас я к фаршу добавлю
в сковороду вот такой вот rich beef stock pot. Это типа такой соус для говядины специально. Добавлю одну штучку такую. И оставлю потом протушиться под крышкой. Оно там подтает. Будет такой вкусный аромат. Приятный аромат и вкусный вкус. Сделаем огонь потише. Чуть-чуть добавлю воды и оставлю. Фарши я добавлю, здесь я перемешала томатное пюре со сливками и чуть-чуть воды. Я добавлю это сюда. Значит, фарш уже практически готов. Вот пюре уже тоже готово. Я сюда еще добавила одно яйцо, масло и молока. Вот сделала такой вкусный пюре. Вот я выложила в посуду для духовки. Там у нас фарш, а здесь пюре. Сейчас я его поставлю в духовку минут на 30. Когда появится золотистая корочка сверху, тогда уже будет наш пирог готов. Сверху можно будет еще притрусить сыром по желанию. Ну, так вот, сейчас идем в духовку. Ну вот, 30 минут прошло, вот так выглядит пирог наш. Сейчас буду накладывать на тарелку. Ну, вот так вот выглядит наш cottage pie. По-английски называется cottage pie, как бы деревенский пирог, потому что сделан из продуктов, которые можно легко найти в деревне. Это картофельный пирог с говяжьим фаршем. Как он выглядит, и можно кушать.